Нетрезвый петербуржец сгонял ночью по городу на сумасшедшей скорости, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. В поле зрения стражи порядка он попал на Васильевском острове. По требованию полицейских лихач останавливаться не пожелал. И тогда было организовано преследование нарушителя. Давай. У дома номер 9 по улице Шевченко один из инспекторов сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а после по колесам автомобиля, пробив заднее. Гонщика задержали. Им оказался неработающий 21-летний молодой человек. От медицинского освидетельствования он отказался. В отделе полиции, куда доставили лихача для разбирательства, правоохранители составили 5 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения и один за невыполнение требований сотрудника полиции. Автомобиль отправился на штрафстоянку, протрезвевший водитель в суд, который назначил ему наказание. Арест на 14 суток. На допросе мужчина признал вину и извинился перед жителями Васильевского острова. В процессе погони были произведены выстрелы в воздух, чтобы остановить меня. В итоге меня догнали и отвезли в отделение. Ошибку я свою признаю. Приношу извинения за то, что я сделал перед всеми жителями Васильевского острова.